В Таджикистане автомобиль совершил наезд на 4 иностранных туристов, которые путешествовали на велосипедах. После этого из салона вышли люди и убили иностранцев. Министр внутренних дел назвал это преступление терактом. По официальной информации погибли 2 граждан США, а также граждане Нидерландов и Швейцарии. 2 возможных виновников нападения погибли в ходе спецоперации. Еще один задержан. Силовики разыскивают других участников этого преступления.